Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, у нас сегодня 8 июля, день семьи, любви и верности. Время около 11 часов, наверное, да, уже? Даже, наверное, 11. 5 на 12. 5 на 12. Ильюш у нас в саду, детки играются в комнатке, мы уже покушали, поделали все свои утренние дела. Сережа! Всем привет, всех с праздником! Да, всех-всех с праздником! Сережа сейчас монтирует наш вчерашний влог. Погода у нас просто суперская. Ну, пока, Но все равно есть ветерочек, и ветерочек, кстати, немножко такой прохладненький, свеженький. Ну, я не знаю, как бы как в обед будет, но с утра вот Илюша, мы вышли из дома, так пришла надеть кофту. Потому что я замерз. Кто там? Ой, кто это там? Ку-ку. Ку-ку, Вероника. Ку-ку. Ой, сейчас спряталась. Это покажи, это благие звери, я там сделал вчерашний дюк, там улегла, там супер. Да. Вот она. Ку-ку. Ой, спрячется. Ку-ку, Вероника. Ку-ку, кто тут? Мы тебя нашли, ку-ку. Папа, ты в ку-ку играешь, смотри. Что, убрался уже? Владик, говори. Всем привет. Всем привет. Да. Владик у нас сегодня тут с утра уже покушал и занимался лего. Строил, собирал вчерашнее. Да, ну покажи нам поближе, что у тебя получилось. Нет. Это вот космическая станция, как я понимаю, да? Да. Вот такая вот ракета. Здоровая маленькая машина и... Маленькая, человечек космонавтом. Это Юрий Гагарин, да, Владика сказал. Вот так вот. Для меня это Юрий Гагарин. Молодец, Владик, с утра уже занимается делами. Так, надо тут немножко... Убиралась вчера, вроде бы все полы помыла, все поделала, и все равно сегодня опять играть, потому что вчера тут играли, собирали, игрушки вытаскивали, и, короче, получилось, что опять такой пол не очень чистый. Очень интересный набор вот этот. Да, у Владика вообще в восторге, ему очень понравилось. Да ему, нет, у нас детки вообще все в восторге, очень все понравилось. Илюша сегодня первым делом проснулся с утра, да? Давай в паровозик играть. Я говорю, какой паровозик, в садик пойдем, паровозик. А я только проснулся и сразу же вот это вот начал делать. Да. Вот эти вот магниты, ой, машины, а потом я начала лего строить. Да, ой. Вероника вот уже сегодня игралась с домиком с утра пораньше, да? Да. Надо сразу забирать всю коробку просто к ней валялась. И это, да, пока. Она будет играться, то достанем. Да, Вероника? Куда? Куда ты полезла? Вот так вот мы лазим по лестницам. Вот так вот. Называется я... Обезьянка маленькая. Кто обезьянка? Кто обезьянка маленькая? Куда ты? Куда ты? Вот так вот, видите, что творится? Вот так мы лазим, обезьяны маленькие. Опа! Нельзя. Да. Так, ну что, ладно. Будем пока заниматься домашними делами. Увидимся немножко попозже. Лёшкин! Всем привет! Скажи, плохо слышно, машины не едут. Так, давай иди сюда с мамочкой. Итак, собрала уже Илюшеньку из сада. Его так называемые подделки покажем дома. Погода солнечная, очень-очень жарко. Сейчас нужно домой ложиться спать. Да, Илья? Я устал? Да, я устал. Как твои дела в саду? Нормально. У Илюши всегда все нормально, молодец. С одной стороны, так не хочется, чтобы кого-то портить, чтобы жара немножко спала, потому что очень душно. Именно духота тут убивает. Давай, топ. А Вероника сейчас уже легла спать, так что мы уходили, наверное, еще не ложилась. Я уходила, она еще не ложилась, но Сережа наливала ей молока и собирался укладывать
спать. Илья, что ты кушаешь? А? Что ты ешь? Чупа-чупс. Ты у нас чупа-чупсная душа? Да, йота, центр Брянск. Владик все ходит, говорит, я хочу машину такую, ну вырастешь, покупай. Разрабатывай себе и покупай. Машину он себе такую хочет. Ну, имеет такие вот большие. Да, и ты хочешь, да, я знаю, ты тоже, мне кажется, день об этом хочешь, проходя здесь мимо. Ну, так, ботинки не помехают. Да. Так, ну ладно, все, отправляемся домой и уже увидимся дома. Так, ну что, мы собираем, Вероника тоже помогает Владику собирать. Я буду вот этот машину. Это вот эти магнитные, да? Да, машинки. Машинки что, собираются? Мини-кэрс. Мини-макформерс машинка. Сколько тут всего их, Владик, машин? Много, и их не принесли. Ну, Владик уже сам тут немножко собирал. Давайте еще соберу. Дайте мне. Ну, а сам, ты можешь, ну, или по рисунку, давай вот собирай. Так. Мегаформерс, машинка номер 17. Вероника, ты помогаешь Владику? Иси. Иси, я, иси. А. Так, время у нас уже 5 часов. Тут смотрим теннис, Уимблдон. Вот он, Ильюшка бегает. Покушал? Супчик, да? Все, сам последний у нас встал. Я пришел с садика. Да! Домашними делами занимались. И я уже готовлюсь к уезду. Да, да, да. Да. Помогай-ка я собираю. Вот Владик строит. Магнитные такие рамочки. Нет. Как дела? Нормально. Нормально. Вывели себя нормально. О! Ты всегда нормально, да? Вот. Та-та. Ну, так, что еще у нас тут не хватает? Мама кушает. Мама покушала тоже, да? Клубнику съели? Да, не всю. Не всю? Там еще яблоки не забудьте. А где я? Кого? Еще один. Вон сзади Вероника синяя рамка, нет? У меня она. Что это коробка? Нету? Что вы потеряли внизу? Ура! Нашел? Есть. Нашли? Прицепился. Прицепился. Так, машина, тебе надо выровнять по-хорошему. Машина такая. Небольшая такая. И последняя деталька. Хорошая эта вещь, конечно. Мегаформерс. Все, да? Вот такой получился мегаформерс у нас. Номер 17. Тут много. Аккуратно, нет, я так не держу. Значит, нет, Илья, вот надо держать за низ. Под низ, конечно. Вот так вот, за низ. Нет, Таня, нет. Нашкаливается тоже магнитно. Давайте вот, я... так вот просто держится, так вот, на ладошке. Ну, давайте ну, я... Ну, на его на ладошку ты не удержишь, Илья. Ты же не удержишь, лучше ставим. Пусть она на пол. Давайте я... Да, давайте я еще одну поставлю. Давай еще одну покажем. Треугольником. Ну, давай вот эту, вот эту. Нет, Вань, давай вот эту вот, наверное. Вот эту? Такая продолговатая, давай, длинная. Она сложненькая. Чего? Она чуть-чуть сложная. Почему сложная? Ну, не очень, но я такое уже строю. Вероника, пожалуйста, уйди. Да, вот это надо собирать, вот это. Собирайте. А? Что там? Давай. Вероника, помогай Вадику. Все, начинаем. Я! А! А! Давай. Вот. Давай помогай. Ай. Фокус, фокус. Ру-ля-ля. Что это у нас с фокусом? Ну понятно, что с фокусом. Кого? Кого? Так. Сегодня Владик целый день практически, ну, кроме там, с ним немножко позанимались, сделал примеры сегодня, кстати, уже нормально. Опа! Сегодня только две ошибочки было. Да, он хвалится. Сегодня 20, даже 20 примеров я ему дал, там разных, две ошибки все было. Ну, сразу потом исправил. А ты что сегодня плохо делал, сказали садики? Не хотел маме цветик делать? Илья? Почему?
цветик. А зараз сделаешь маме цветик? Маме, знаешь, как приятно будет, когда цветик сделаешь и маме подаришь? А? Хорошо? Ну смотри. Зара мама позвонит мне, скажет, что ты делал, цветик, не цветик. Не показывал с ним? Нет, очень все занимались. Ага, так, посмотрим. Это с Дедай нарисуй паровозу и вагоном колеса. Это ты там... Обводить было. А, ну ты обвел тут всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь почти колес. Два нормальных, остальные как-то уже начал. Два вместе с ней. А, вместе с ней, потом так. А здесь ты... У нас не захотели, не... вообще она тут получается, сказала. Разукрашивать? Да. Покажи. Должен был разукрасить. Дай сюда листочку, дочь Вероника. Маме отдай. Вот такая машина у нас получилась. Так, вот такая у нас машина получилась. Вот это, это может, у нас машинка номер 12. Давай-ка на папину ладошку. Оп. Вот такая у нас тачка. Классная вообще эта штука, действительно, вот на логику. Владик даже свои уже какие-то делал. Да. Сам просто без рисунка, просто сам. Ну, в принципе, выбор вообще огромный, вообще реально. Ложи, ложи, аккуратно. Да, много рисунок. Сейчас ложи. Я еще одну вам сделаю. Вот, потом покажем машинку, да? Да, сейчас вот кое-что мы давайте тоже покажем. Что ты там показываешь, свои ментусы? Ну, ешь, в сторонке, сходи. Сейчас так. Я вам вот эту сделаю. Это у нас будет такая машинка сейчас. Номер 15. Номер 15. Вот такие треугольнички. Все делается на магнитиках, да, Вадик? Да. Они магнитные, это же треугольнички, квадратики. Давайте. Так, так. Что тут? О-о-о-о-о-о. Таня. А на помой какая, пока и порежь. А? Помой и порежь. На блюдце. Еще кое-что мы снимем. Здесь. Да. Вот. Вероника, что тут нарисовано? Да, что-то нарисовано, непонятно. Тут теннис, мы давно, кстати, не смотрели уже. Белдон идет, теннисный турнир в Англии. Роджер Федерер играет с Симоном. Да. Давно никогда не смотрел раньше. И раньше я, кстати, в льдины тоже был подсинен, плюс спортивные пакеты и теннис посмотрели. Да, Вадик, много-много было. Сейчас все некогда. Так, ну что там получается? Да. Все отлично. Так, нет, нет. Идите, идите, идите. Вот так вот. Оп, и соединяем, да? Нет, еще. А, еще вот этот промежуток. Вот так вот, да. Четыре должно быть. Четыре. Или еще? Нет, четыре. Четыре. Ну, вот здесь четыре собрал. Все. Вот такая машина, тачка получилась. Очень хороший набор. Да. Владику очень нравится. Угу. Кстати, ну ты уже показывал, мама показывала, да, как собрал первый лего, который там на космическую тематику. Ну, так что большое спасибо, действительно, очень нужная вещь, развивающаяся, да? Очень. Вероника. Папа, можно еще одну построить? Ну давай, построим, мы сейчас покажем попозже. Ладно, уже строй. Так, ну что, в принципе, хотелось что-то показать. Я принял вызов от блогера Елены Линадин. Елене, привет. Вадиму привет. Деткам Андрею и Веронике привет. Передаем большой мне, да, всей семьей. Вот, у меня тоже на канале был принят вызов поесть лимон. У него был целый лимон. Здесь прямо вот, ну, хватает, наверное, пару долек из этого лимона. Откладится эта машинка, Владика последняя. Да, откладится, готова. Вот такая. Чунгачанка получилась. С этой стороны сейчас вот так вот. Молодец какой. Вот так вот собираем машину. Логическая игра. Достанем конфетку, Владик. Вот. И у нее был тоже на канале ролик про поедание лимона. Где-то она в парковой зоне поедала. Ну, посмотрим. В принципе, я не сахарю, ничего, то же самое, как она. Как все это будет на вкус. Так. Да, надо... Кстати, съесть... она уже порезала уже. Да, съесть лимон, не морщись. Ну, посмотрим. Фу, какая кака. Не, нормально. Лимон тоже будет разом. В принципе, я лимон всегда ем. Потому что я могу добавить и воду,
мгновенную с лимоном, кстати, полезная вещь, вода, простая вода, питьевая, с лимончиком, для желудка, это полезно. Ну да. Для пищеварения. Вот. Так что лимон можно, ну, с песком я раньше люблю есть. Я тебя люблю. Любишь? Люблю. Да, да, давно не ел. Мне кажется, лимоны пошли не такие. Мне так кажется, а, не знаю. Раньше были лучше. Лет тоже хочешь участвовать в этом, да? Принять вызов поедания лимона. Мы сейчас сырье это делаем, а? Что? Невкусный. Невкусный? А вкусный? Попробуй. А то он с мандасом есть. А, ну да, понятно, что ему вкусно. Песком? Нет, без песка. Вероника тоже хочешь? Приползла, тоже лимончик. Дайте. Не надо. Даже почти не морщится. Ты попробуешь, да? А? Попробуешь. А если убрать вот эти вот штуки, то вот что получится. Что? Тоже вот такая вот машинка. Это если убрать такие же вот боковые. Штуки. Ладно. Ну, я тоже на палочку не смогу сейчас. По чуть-чуть, да, тут. Можно даже такое. Что-то совсем уже... Ну, то же самое, что делает. Экспериментирует на глаза. Так. Покажи, Кайлюша нам. Кайлюша, покажи, вот, класс. Как ты класс пока? Вот так слезки, вот. Слезки у нее есть. Слезки есть? Да. Ну, даешь ты свой кусочек, а я последний доедаю этот. Даешь свой? Хорошо. Класс, да? Вот так вот мы съели лимончик. А вызов я принял. Кто желающий будет, блогеры все смотрят, скоро присоединяйтесь, я просто не конкретно говорю, а просто присоединяйтесь. Да. Как раньше было, даже вызов вливания холодной воды, по-моему, там воду. Да. Айбас качает. Да, ну, сериал не кусочек, ладно. Да. Я считаю нормально. Он потом помог тебе. Ну, тоже не морщится, кстати. Такая ласка для нас, но не надо, не надо, не надо. Так, ну так, что? Ну, да. Так что всем привет. Итак, детки теперь занялись другой игрой. Игрой в паровозик. Вот так у нас ездит паровозик. Что, паровозик, кстати, отдыхает, да? Сейчас отдохнет и поедет дальше, да, Илюшка? Да. Вероника наш, как обычно, лазит. Да, на свой столик. Опустил? Да, ну вот. Зачем ты взяла, Илюша, носочек, а? Деловая. Да, носочек, Илюша, на улицу, да, одевать будет сейчас? Да. Киска спит, наша мурыска. Спит, отдыхает. Чего у нас один там, один там валяется, Илюшка? Вероника лялю качает, да? Как ты? Да, вот он, дорожь, по-моему. Вот так вот Вероника лялю качает. Да, второй носочек ты давай мама уберет. Ну куда что ты положила? Вот так, уберем его. Мы на правильном пути, да? Да. И как он управляет нормально? Вот так вот, Ляля, надо качать. Правильно. Сереж, вот так мы скачаем. Скажи, посмотри, папка, как я умею, а? Молодец. Лялю качает. Молодец. Вытащила и колясочку оттуда, она и дергала, Мулька наблюдает. Ага. Собака уже закрывается. Собака на паровозике. Лучшая, да. Лучший водитель. Вот так качает, да. Не понимает тролик, да? Как рано собираетесь на улице? Да, что делается? Тролик не умеет водить поезд.
Итак, ну что, время уже почти около 7, да? Да, детки наши готовы на улицу. Татьяна тоже. Папка в это время готовит ужин и собирает вещички. Собирает вещички, да? До Людинова, да, завтра на работу. Надеюсь, я в пятницу уже приеду вечером. Надеюсь, и приеду не один, приеду я с Кириллом. Кстати, мы сегодня созванивались. Ура! Вот. И завтра будет решено. Еще неизвестно, это значит работа. Там на пару часов, да, пораньше. Да, так же вам придет Кирилла, а если нет, если нет, то нет, потому что там по автобусу непонятная ситуация. Ну, конечно, в задницу получилось. Подарки Кириллу подарить надо, да? Да, конечно. Подарим. Приедет? Сам подаришь? Хорошо. Хорошо. Еще раз большое спасибо. Спасибо. За игрушки. Вадик вообще без ума от этих игр, от машины. Это просто реально такие подарки, как бы, которые... Дети вообще действительно полезны. Дети просто на восторге, как бы. И, конечно, мы просто огромные. Вероника уже с паильником. Да, кстати. Да, кстати, Татьяна потом покажет на кухне, она там все готовится. Это... Поставим ему спец. Показывал, нет? Да. А? Я домой сейчас пойду, Людинова, на работу. На работу пойду. На работу завтра, я. Не, на работу завтра, послезавтра. Ура! Ура! Вот. Да, ура! Так, вы идете на уличку сейчас, гуляете. Ну, мы с вами гуляем, сидим по песочнице, как обычно, волк гоняем. Да. Пока теплые денечки. Да. Вот. Ну что, я сейчас быстренько уже буду готовлю, монтировать, кстати, влог. Влог, кстати, выйдет теперь в субботу. Да, в пятницу я буду снимать, в субботу. Зав... Получается, в пятницу не будет влога. Да. А, мама, давай поиграем в... Влог будет в субботу. В бадминтон. Ну, возьмите, на всякий случай. Чего, ну что, про... купили, не играем. Давай, я сниму. Да. Ну что, будем прощаться? Да. Всем приятного просмотра, хорошо настроение. Всем пока-пока-пока. Всем пока. 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 Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. До свидания, до свидания. Так, ну что, подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Увидимся с вами, как уже Петра говорила, в субботу. Да. Ну, в пятницу снимаем, в субботу видите. И еще раз всех с праздником, днем семьи, любви и верности.